будущий сквер уже обретает узнаваемые черты. Тротуарные дорожки выложены плиткой, завершен монтаж автоматической системы полива. Высаженная газонная трава и кустарники, которые появятся чуть позже, будут свежими и зелеными. Система декоративного освещения гармонично вписалась в экстерьер микрорайона. Сквер будет популярным местом у жителей близлежащих домов. Он и сейчас не пустует. Мамы с колясками прогуливаются по новым дорожкам. Я все радуюсь. Кругом думаю, как хорошеет Анапа. Просто в течение последних 5 лет просто заметно, очень даже. Так что я довольна, вот честное слово, правда, довольна. Ну, хорошеет, ну, конечно, еще не все сразу. Москва строит, так же и Анапа. Отгородиться от суеты на автомагистрали в прямом смысле слова поможет живая изгородь. Платаны, клены, липы, акации и голубые ели создадут приятный микроклимат и желанную тень. Правда, всю картину портит безобразный рекламный щит, который глава курорта поручил убрать, но щит и поныне там.